Привет, друзья, с вами новости СНГ ТВ. Я всегда стараюсь для вас найти свежие новости, но почему вы не активны, где ваши лайки? Если вы впервые на нашем канале, то подпишитесь, ставьте лайк и напишите свои мнения в комментариях. Погранведомство Узбекистана контролирует ситуацию на границе с Афганистаном и обменивается оперативной информацией с таджикскими коллегами в штатном режиме на фоне обострения обстановки в Афганистане. Об этом сообщил РИА Новости представитель пограничных войск Службы государственной безопасности СЭК Узбекистана. В настоящий момент действует схема, которая позволяет поддерживать режим охранения границы в штатном режиме без привлечения дополнительных сил и средств, сообщил собеседник агентства. Ранее советник президента Афганистана по нацбезопасности Хамдулла Махиб назвал ситуацию на севере страны очень серьезной. С начала мая Талибан хватил уже 50 из 370 районов Афганистана, сообщили в ООН. Ранее МИД Узбекистана заявлял, что Ташкент вернул на родину 100 пограничников, ополченцев и силовиков из Афганистана, перешедших узбекско-афганскую границу. В ведомстве отметили, что узбекская сторона крайне обеспокоена ростом насилия в соседней стране, а эскалация напряженности в условиях новой волны пандемии коронавируса все больше осложняет жизнь афганского народа.